Рад снова видеть вас, я в восторге от сегодняшней темы. Мы будем говорить о церкви. Хочу дать пару советов. Иногда нас расстраивает и злит то, что церковь какая-то не такая. Она не делает то, чего бы нам хотелось. Там не те люди, не та музыка, или у нее не тот размер. Но мы же не Маша из сказки о трех медведях. Мы не ищем то, что подойдет нам идеально, потому что мы сами не идеальны. В церкви разбитые люди становятся целостными с помощью Иисуса Христа. Это процесс. Начните благодарить Бога за церковь, и тогда все изменится. Иисус занимается строительством церкви, и я хочу помогать Ему. Приятного вам просмотра. Церковь Иисуса Христа — это группа мужчин и женщин на земле, которые участвуют в деятельности, управляемой Иисусом Христом. Он — глава церкви. Его Дух — это Господь в церкви, но Иисус — глава церкви. И мы — последователи Иисуса. Мы не просто делаем добро и занимаемся гуманизмом. Мы не просто служим нашему обществу. Мы служим под руководством Иисуса из Назарета. Мы идем в наши классы, на заводы, фабрики и другие рабочие места под руководством Иисуса. Дам вам несколько определений, которые помогут нашему обсуждению. Когда мы говорим о церкви, то речь идет о всемирной инициативе. До появления международных корпораций, интернета и разговоров о глобализации, церковь Иисуса Христа уже была всемирной или глобальной инициативой. В нее входят люди всех племен, народов, рас и языков, которые признали в Иисусе из Назарета Мессию, Сына Божьего, и выбрали Его Господом их жизни, и теперь служат Ему как Царю. Вот что такое церковь с большой буквы, а мы ее часть. И однажды мы соберемся перед престолом всемогущего Бога вместе с людьми из всех народов, рас и языков. Разве это не вызывает у вас восторга? Итак, когда мы говорим о церкви с большой буквы, то говорим о всемирной инициативе из мужчин и женщин, которые выбрали служить Богу. Мы также говорим о церкви с маленькой буквы, поместной церкви. Мы же не думаем, что мы единственная церковь в округе или единственная правильная церковь. Мы лишь проявление большой церкви. Поэтому есть церковь как всемирная инициатива и как наша инициатива. Ни одна поместная церковь не может полностью представлять все тело Христа. Мы лишь одно из его выражений. Все поместные церкви разные. Они отличаются своей позицией, условиями, в которых они находятся. Церковь в Мерфисборе сильно отличается от церкви в Багдаде или Дамаске. Отрицание этой реальности — это непозволительная наивность. Важно понимать, чего Бог желает от церкви в целом и от нашей церкви в частности. Для начала важно помнить, что Иисус — глава церкви. Единственное, что придает значимости всем нашим действиям, это понимание того, за кем мы следуем. Мы — выражение Его воли и Его цели на земле. Мы всегда все делаем идеально? Конечно, нет, но мы над этим работаем. Давайте перейдем к нашей истории. Сегодня это 22 стих. «И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Как любопытно. Петр провел с Иисусом 3 года. Давайте попытаемся представить этот диалог. С одной стороны, у нас Творец всего, бессмертный Сын Божий, ходящий по воде, воскрешающий мертвых, успокаивающий бури Иисус. И вот он объясняет своим ученикам, которых он учит, что же будет с ним дальше. А Петр отзывает его в сторону. В моем воображении он позвал его пальцем. «Да не будет этого с тобою никогда. Вы можете это себе представить?» «Иисус, я хочу тебе немного помочь. Наверное, ты перегрелся на солнце, тебе пришла в голову плохая идея. Я понимаю, что ты создал небо и звезды, но можно в этом вопросе я тебе немного помогу?» Если смотреть на это так, то это кажется абсурдным. Но в обычной жизни это очень частое явление. Сколько раз я говорил Господу: «Господь, а можно я помогу тебе в этом? Твой план кажется мне не очень удачным».
Если ты меня послушаешь, то я тебе все объясню. Сколько раз я тряс кулаком перед Господом и говорил Ему: «Вот, если бы ты послушал меня». Знаю, что вы так никогда не делаете, но можете молиться за меня. Иногда мне очень сложно. Но именно так и было с этим Петром. Далее сказано, Иисус повернулся к Петру. Он сказал: «Это прекрасная идея. Давай отменим крест». А что было бы, если бы Бог прислушивался ко всем нашим идеям? Кое-кто женился бы 60 раз подряд? У нас было бы по 40 машин? В нашей жизни был бы беспорядок? Все молчат, да ладно. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Итак, перед Иисусом два пути, и Он говорит Петру: «Ты думаешь не о Божьем, а о человеческом». Нужно, чтобы наша жизнь была больше сконцентрирована на Божьем. Но очень часто мы поддаемся соблазну выбрать человеческое. Мы должны научиться позволять Духу Святому ставить Божие на первое место в нашей жизни. В этом вся суть жизни последователя Христа. А 24 стих говорит: «И сказал Иисус Своим ученикам: если кто хочет идти за Мною, то должен забыть». Вы должны подчеркнуть эти два слова. Если вы хотите быть учеником Иисуса, вы должны отвергнуть себя, взять свой крест и последовать за Ним. Основные шаги — это отвергнуть себя и взять крест. Крест — это не украшение, а место казни. А уж потом последовать за Ним. У последователей Христа Иисус — глава, и они следуют за Ним. Как вы становитесь частью церкви, присоединившись к поместной церкви, соблюдая религиозные правила, занимая одно и то же место каждое воскресенье? Это важный вопрос, потому что Царство Божие будет заселено Божьими людьми, и нам важно знать, как стать Божьими людьми? Это какая-то особая раса с определенным цветом волос или разрезом глаз? Библия дает нам четкий и ясный ответ в послании к римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». В другом переводе сказано: «Если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и нацепишь наклейку на бампер, то спасешься». Не совсем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Слово «спасение» — это не только место, где мы проведем вечность. Оно означает и вашу целостность. Это значит, что отношения с Иисусом меняют вашу жизнь и вашу личность. Итак, вход в церковь через Иисуса, не через организацию или деноминацию, и даже не через воскресные собрания, а только через одну личность. Вам нужно поверить в Иисуса из Назарета. Мы используем это уточнение, потому что в то время было много людей по имени Иисус. Я уверен, что был Иисус в Вифлееме, Иисус в Капернауме, но мы верим, что именно Иисус из Назарета был Сыном Божиим. Бог послал на землю Своего Сына и дал Ему земной костюм. Он умер на кресте, а потом воскрес из мертвых. Затем Он вознесся на небо, а потом вернется к как судья живых и мертвых, и будет править на земле. Единственное решение для человеческих страданий — это князь мира. Аминь. Если мы выступаем за распространение Церкви Иисуса Христа, то это единственное облегчение страданий человечества. ООН этого никогда не достигнет. Ничего не имею против ООН. Но они не способны решить эту проблему.
Церковь состоит из тех людей, которые выбрали верить в то, что Иисус Господь. Если вы признаете, что Он — историческая личность, то это не делает вас частью церкви. Вы можете сказать: «Я верю, что был такой человек, как Иисус. Он творил чудеса, исцелял. Он был прекрасным учителем и основателем новой религии». Вы можете верить во все это и оставаться за пределами Царства Божьего. Разница в том, что нужно верить во все это и еще и сделать Иисуса Господом в своей жизни. Господство говорит о наших приоритетах. Это означает, что Он устанавливает приоритеты в нашей жизни. Когда вы делаете это и следуете за Ним, Библия описывает, что с вами происходит. Это новое рождение. Иисус сказал, что нам нужно родиться свыше. Вы родились на эту землю телесно, но частью Царства Божьего и Церкви вы становитесь через новое рождение. Когда вы рождаетесь в этот мир, вы как стартовый набор. И в этом нет ничего плохого. Вначале человек сконцентрирован только на себе, все его разговоры только о нем. «Я плачу, накормите меня». «Я плачу, переоденьте меня». «Я плачу, возьмите меня на руки». «Я плачу еще громче, покачайте меня». «Покатайте меня в машине, возможно, я отключусь». В этом нет ничего плохого. Новорожденные не должны думать об окружающих. Ни одна мама не войдет в комнату к плачущему младенцу со словами: «Какой ты бесцеремонный! Я же смотрю телевизор, но он еще не знает и не может правильно взаимодействовать с миром». Это придет со временем, но изначально этого нет. Благодаря созреванию и хорошему воспитанию эти новоприбывшие становятся людьми. Они начинают понимать окружающий мир и свои обязанности в этом мире. Они учатся заботиться о себе и взаимодействовать с другими. То же происходит и в духовном созревании. Мы рождаемся в Царство Божие, и все вращается вокруг нас. Вот каким я был. Я хочу рассказать вам свою историю. Разве вы не хотите послушать что-то обо мне? Все только обо мне. Обнимите меня, накормите меня, покачайте меня. Вот он я. В этом нет ничего плохого. Все мы так начинали. Но если вы позволите Духу Святому помочь вам, то начнете расти и становиться зрелым. Затем вы обретаете способность взаимодействовать с окружающим миром и становитесь представителем Иисуса в этом мире, думая уже не только о себе. Так мы становимся частью тела Христа. И, к сожалению, многие христиане делают слишком большой акцент на начальном этапе рождения свыше и обращения и забывают о важности возрастания в Господе. Но смысл вашего рождения в том, чтобы вы росли и созревали. Вы же не хотите всю свою жизнь быть лишь младенцем во Христе и прийти к вратам небесным соской, памперсом и погремушкой. «О, я здесь, да, мы ждали твоего прихода». Когда Господь протянет вам руку со следами от гвоздей, то, надеюсь, вы протянете ему руку в мозолях от возрастания в Господе, а не так, что он подойдет к вам, протянет свои руки, а вы в ответ протянете ему только погремушку. Я надеюсь на вас. А вы знали, что крещение появилось впервые не в христианстве? Первые водные крещения в Новом Завете были связаны с человеком по имени Иоанн. Это был Иоанн Креститель. Нет, он не был из церкви южных баптистов. Он был крестителем. Он призывал людей к покаянию. Он был двоюродным братом Иисуса. Он служил до того, как Иисус пошел на крест, поэтому мы не можем сказать, что крещение — это христианская штука. Иоанн призывал евреев покаяться в их грехах. Он приглашал их вдали от Иерусалима, вдали от храма, всей его красоты и величия, чтобы они покаялись в своих грехах и крестились в воде в день Пятидесятницы. После того, как Иисус вознесся на небо, Петр проповедует, и люди говорят:
«А что нам делать?» И он отвечает: «Покайтесь в своих грехах и креститесь». Да, это есть в ваших конспектах. Деяния 2 глава, 40 стих. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного». Это меня заинтриговало. Тут написано, что он говорил жителям Иерусалима: спасайтесь от рода сего развращенного. Мне кажется, что церковь нашего поколения утратила свою смелость. Нам сложно нести Евангелие. А Петр сказал жителям Иерусалима: «Вы убили его». Мне кажется, что иногда мы больше переживаем о том, чтобы не обидеть человека, чем рассказать ему истину. Мы не хотим осуждать, судить или критиковать. Но правда в том, что Евангелие — это приглашение выйти из того, что вас разрушает. Если мы не понимаем срочности всего этого, то не будем подходить к этому с надлежащим достоинством. Мы приглашаем людей не посидеть на воскресном собрании, а уйти от разрушения. Тут сказано, что Петр просил их, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. На первом публичном собрании они крестили 3000 человек. У нас через несколько недель тоже будет крещение. Не думаю, что там будет 3000, но я жду этого с нетерпением. Я очень хочу увидеть излияние Духа Святого в таких размерах, чтобы нам пришлось изменить наш подход к нашей вере. Аминь, друзья. Только это может стать решением наших проблем. Нам нужно перестать переживать о том, что большая церковь или маленькая, как мы поклоняемся, какого размера у нас здание. Нас должно волновать то, чтобы люди вышли из царства тьмы и пришли в царство света. Если вы еще не крещены, то я настоятельно рекомендую вам внести свое имя в список. Мы проведем занятия и поможем вам подготовиться. Мы даже дадим вам фиолетовую футболку. Но если вы никогда этого не делали, то сделайте это. Уже пора. Это не означает, что вы должны стать частью этой церкви. К нам это имеет лишь очень отдаленное отношение. Это связано с церковью с большой буквы. Если Иисус говорит идти креститься, то лучше вам сделать это. Но что же скажут люди? Я живу так. Если это угождает Богу, то с людьми я это как-то улажу. Я хочу угождать Богу, но что скажут люди? Что они-то подумают? Если Бог доволен, то я счастлив. Насколько я понимаю из Писания, крещение должно происходить один раз в жизни. Это не духовное развлечение. Это не обновленное обещание служить Господу. Меня крестили в младенчестве. Родители принесли меня в церковь, отдали меня пастору, а он покропил меня водой. Это как химчистка. В этом нет ничего плохого. Я понимаю, как крещение детей проникло в христианскую церковь, но Новый Завет говорит о крещении путем полного погружения в воду. Еще я считаю, что крещение — это реакция человека на его веру. В младенчестве я не мог этого сделать. Я не критикую, я лишь хочу сказать, что когда я вырос и решил следовать за Иисусом, я захотел принять крещение. Думаю, что в таком контексте повторное крещение имеет место быть. Это не проявление неуважения к решению моих родителей. Я благодарен моим родителям, что они хотели, чтобы я рос христианином. Затем мы вместе праздновали мое крещение, когда я сам был способен на принятие этого решения. Иногда я встречал людей, которые проходили курс по подготовке к крещению, и они делали это, чтобы их не наказали за отказ от этого. Они не хотели быть последователями Христа, а просто следовали за толпой. В таких случаях повторное крещение тоже имеет смысл. Бывают такие вот исключения, но в целом
Не думаю, что нужно повторять водное крещение лишь потому, что вы меняете фокус своей духовной жизни. Но если вы еще никогда не крестились, это нужно сделать. Но дело не в воде, бассейне и нашей церкви, а в вашем решении следовать за Иисусом. А еще один важный компонент в жизни христианина — это служение. Это одно из тех слов, которые мы пытаемся пропустить. Я прихожу на собрание и уже чувствую себя в безопасности. А какой следующий шаг? Что мне делать дальше? Да служить. Нет, я спрашивал, можно ли мне пойти на какие-то занятия? Служить, говорю. Матфея, 10 глава. «И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика? Истинно говорю вам, не потеряет награды свои. Бог вознаграждает нас, когда мы служим друг другу. Церковь, управляемая Иисусом, должна быть на земле его руками и ногами. Мы должны служить друг другу. Это отличает церковь от других организаций. Я не говорю, что другие организации плохие или бесполезные, но церковь — это не просто добрые дела, потому что в нас есть что-то хорошее. Мы стоим рука об руку во главе с Иисусом, чтобы служить друг другу в нашем обществе, чтобы имя Иисуса превозносилось. Он сказал, что если мы дадим чашку воды кому-то из его учеников, то есть он наблюдает за нами. Мы представители Иисуса, и за каждой чашкой воды, которую мы подаем, стоит небольшое послание. Иисус мой Господь. Почему я этим занимаюсь? Да потому что Иисус есть мой Господь. Хотите знать секрет служения? Это работа. Вы знаете, что такое работа? Это место, куда вы идете, потому что там вам платят. Это место, куда вы ходите, даже когда вам этого не хочется, потому что вы хотите получить выгоду. Это место, в котором вы общаетесь с людьми, которые не очень вам нравятся, но вы делаете это, потому что заинтересованы в награде. Такое же отношение должно быть к служению из-за нашей веры. Мы делаем это, даже когда нам этого не хочется. Иногда мы служим с такими людьми, с которыми мы никогда бы не общались, если бы не служение. Мы взаимодействуем с теми, с кем не взаимодействовали бы, если бы не делали этого имя Иисусом. Почему мы это делаем? Потому что Иисус обещает нам награду за это. Люди говорят, что они не заинтересованы в награде. А вот я заинтересован. Я не хочу жить бесплодно. Я не хочу просто тратить свое время на что-то. Я хочу инвестировать свою жизнь, чтобы получить от этого максимальную выгоду. Я делаю все, что в моих силах, чтобы жить целенаправленно. А служение — это наивысшее выражение человеческой жизни. Мы служим, ищем возможности служения для вас. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 23 главе, такие слова. «Большим из вас пусть будет тот, у кого докторская степень». Нет, я не против образования, я всеми руками за образование. Но Иисус сказал, что величие приходит от служения, а служить нужно со смирением. Мы стараемся создать для вас возможности для служения в этой церкви. Мы хотим, чтобы у вас была возможность послужить. Мы делаем это не для себя, а потому что служение — это хорошая вещь. Мы уже говорили, что скоро к нам приедет Красный Крест. Это тоже возможность послужить. Сейчас лето, многие путешествуют, и запасы крови сокращаются. Они позвонили нам и спросили, могут ли они набрать кровь в церкви, потому что наши люди всегда готовы давать. Уверен. Кто-то сказал вам, что нас здесь интересуют только ваши деньги. Это неправда. Нам еще нужна и ваша кровь. Так рождаются новые сплетни. Мы хотим развивать в вас сердце слуги. Мы хотим служить, потому что считаем, что так мы почитаем Господа и получаем что-то полезное для своей жизни сейчас и в вечности.
Мы хотим научиться, как служить Господу и как служить во имя Его. Тут важны усилия, превосходство, доброта и представительство Иисуса. Мы не просто делаем добрые дела. Добрые дела — это хорошо, но у нас есть более высокая цель — служение господству Иисуса Христа. Куда бы мы ни шли, мы приносим туда Иисуса. Это очень важно. Я служу в этой церкви уже более 30 лет. За это время я увидел, как церковь выросла с нескольких сотен людей до нескольких тысяч. Я открыл для себя, что дело вовсе не в размере церкви. Мы не призваны развлекать христиан или угождать христианам, которые приходят сюда каждую неделю. Но мы живем в такое время, когда мы должны стоять плечом к плечу и превозносить имя Иисуса в наших сообществах. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл ваше сердце и разум и показал вам, как вы можете вложить себя в Божье дело там, где Бог вас насадил. Отец, я благодарю Тебя за каждого, кто сегодня слышал это послание. Дай нам мудрости продвигать служение Христу, вдохновлять тех, кто служит вместе с нами, и приглашать других в Царство Божие. Спасибо за то, что Ты будешь делать. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Вы ищете прорыва в своей жизни? Хотите возрастать в отношениях с Духом Божьим? За ваше пожертвование мы вышлем вам новые учебные пособия пастора Аллена «В силе Духа». 5 частей данного пособия содержат в себе фундаментальные места Писания, уроки и применимые к вашей жизни вопросы. За ваше пожертвование от $35 и больше вы получите набор DVD «В силе Духа», на которых записаны 5 полноценных проповедей, прилагаемых к пособию. Звоните нам или зайдите на наш сайт, чтобы заказать ваш экземпляр сегодня. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Вместе мы изменим этот мир. Вы ищете прорывы в своей жизни? Хотите возрастать в отношениях с Духом Божьим? За ваше пожертвование мы вышлем вам новые учебные пособия пастора Аллена «В силе Духа». 5 частей данного пособия содержат в себе фундаментальные места Писания, уроки и применимые к вашей жизни вопросы. За ваше пожертвование от $35 и больше вы получите набор DVD «В силе Духа», на которых записаны 5 полноценных проповедей, прилагаемых к пособию. Звоните нам или зайдите на наш сайт, чтобы заказать ваш экземпляр сегодня. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Вместе мы изменим этот мир.